Срочно требуется кадровик. Зарплата 20 тысяч рублей плюс премия. Официальное трудоустройство. Телефон в Самаре 271-03-41. Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение, опыт в продажах приветствуется. Телефоны в Самаре 8-902-336-99-11 или 226-65-66, добавочный 304. Требуется администратор. Зарплата 35 тысяч рублей плюс премия. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Телефон в Самаре 989-06-56. Требуются менеджер, зарплата 27 500 рублей, администратор, зарплата 24 500 рублей, кадровик, зарплата 27 000 рублей. Телефон в Самаре 248-36-67. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8-927-722-91-70. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8-927-265-30-75. Продается дом, 74 квадратных метра, в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8-927-725-21-59. Продается участок 22,5 сотки в поселке Угловой, за селом Красный Яр, рядом с мечетью. На участке новый кирпичный дом 70 квадратных метров и деревянный жилой дом. Скважина, теплица, металлический забор. Телефон 8-927-756-63-48. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8-937-651-86-26. Продается или меняется на квартиру в Самаре небольшой новый дом в селе Красный Яр, поселок Городцовка. Дом со всеми удобствами, ремонтом, мебелью, участок 12 соток. Телефон 8-927-002-71-71. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала работа.ру. Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70.
Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты – реклама@губерния-тв.ру.